1 400 000 000 000 рублей. Таким должен стать бюджет Московской области в ближайшие несколько лет, заявил накануне временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей Воробьев. Глава округа Олег Шахов поддержал Воробьева и на еженедельном общегородском совещании отметил, что у Химок для этого есть весь необходимый экономический, интеллектуальный и территориальный потенциал. В связи с этим глава города поручил внести изменения в генеральный план социально-экономического развития Химок до 2030 года. Поручение: при разработке комплексной программы социально-экономического развития городского округа Химки до 2030 года, которой мы сейчас занимаемся, предусмотреть ежегодный рост экономических и финансовых показателей на уровне 10-15%. Обсудили работу общественных приемных главы, подводили итоги за прошедшую неделю. Так, в них обратились 36 человек, в основном по вопросам ЖКХ и транспорта. Более чем на 90% вопросов ответы были получены. Также Олег Шахов поздравил сотрудников местного отделения ФСБ. 20 декабря органам безопасности России исполняется 95 лет.